Кемпе. И уже выход 1-1 у Куньмуня. Опасно. Спенсер Фу 3-2. Все реализует Куньлунь. Но это потеря Кемпе на входе. Чем многовато у него потерь. Не Супер Марио. Все-таки. В составе Минского Динамо. Ну, разбираются эти ребят техничные. И Спенсер Фу, вот смотрите. Тут потеря. И побежали. Кемпе пытался дотянуться до Паркера Фу. Но это уже попытка догнать. Вчерашний день. Паркер Фу. Спенсер Фу. Кстати, Спенсер, обратили внимание, да, успел посмотреть, где там Теденбю, насколько он близко.